Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Max Payne. Ну давай. Глава 4. Тушите свет, да? Так, ладно. Охренеть! Так. Я как понимаю... Тут что-то заминировано везде, да? А нет, смотрите-ка, меня гонят. Куда меня? Ой-ой-ой. Куда гонят меня? Блин. Так. Подожди. Не сейчас. Убери пока отсюда. Что-то не понял. Так, что в меня там прилетело-то? Это банка, что ли? Блин, только надо с пути не сбиться. Блин, блинский. Вот здесь от меня прибило этим баллоном. Блин. Вот так. Пучинелло просто сгорал от желания свидеться со мной. Я тоже. Пучинелло усмирял свое пламя бензином. Охренеть. Ладно, подождите. Посмотрим. Крыса. Ух ты, у меня тут гранаты. Так. Ага, там все горит. Ладно, ждем, смотрим. Ну давай. Бум! О, я еще и победил, что ли? Прекрасно. Охренеть. Ладно. Давайте смотрим, что здесь у нас. Бандиты охраняли настоящее сокровище. Выход из этой дискодрани.
Я еще таблетки возьму здесь, потому что были где-то таблетки. Вот они. Ну и смотрим, что мы получили. Вот он где. Понятненько. Блин. Давай. Вот так вот гранату-то можно было сюда кинуть. Ага, вот так вот. Век живи, век учись. Бандиты охраняли настоящее сокровище. Выход из этой дискодрани. Вот он где. Да охренеть. Бандиты охраняли настоящее сокровище. Выход из этой дискодрани. Вот так. Вот мы и поговорили с вами. Ага, назад хрен. Ну ладно, вот хорошо, что я сразу там. Убежал. Блин, ни хрена себе. Не попал, не попал. Толстый жирный попугай. Так, здесь, видимо, что-то где-то опять запрятано. Раз можно вниз спуститься. Вот так, облегчили себе задачу. Правильно, ребята? Правильно. Так, мы не отсюда побежали, да? Так. А я уже вас здесь разоблачил. Охренеть, это что за канал-то такая? Где кракен, который там живет? Опа. Вот так вот. Помповик. Даже боюсь. Что там может быть? Оп. Влад заметил мои сигналы. Мерседес был готов к отбытию. Его двигатель почти заглушил вой приближающейся сирен. Ты идешь? Мы высадим тебя в особняка Панчинелло. Звучит неплохо. Когда все закончится, найди меня. Мне нужны профессионалы, как ты. Буду иметь в виду. Что-то мне кажется, это он, наверное, стоит. Моими руками убирать всех. Под гнетом холода садовые фонари нервно мигали, в их свете падающий снег был смертельно белым, пока тьма не поглощала его. Я слушал много историй, трио били сумасшедшими псами. Если бы их хозяин позволил, то они запросто бы повесили над главными воротами поместья голову своих врагов. Панчинелло искал меня, я нес ему боль. Фокус моего положения заключался в том, что не было никаких фокусов, и не важно было, что показывают в фильмах. Нет правил, нет секретной мантры. Нет карты дороги. Неважно, кто ты, какой умный или ловкий. Это был хаос. Все зависело только от удачи. А тот, кто думал иначе, был просто дураком. Все, что оставалось, это шальное ожидание. Кто-то очень любезно оставил для меня открытую дверь черного входа и убил охранников. Мои деньги были у Мона. Я знал, что между мной и Панчинелло встанет трио. Я читал их приговор. Он был толстым, как телефонный справочник. Никому не удастся выйти отсюда живым.
Мерзкий холод ночи, казалось, преследовал меня здесь. Наверху трио танцевали танго в такт безмолвному ритму их преступных сердец. Кровь их жертв запеклась у них на губах. Винс Маньяна, пилот привидения, известный как Большой Брат, и Джо Салам по кличке Мертвец. Пистолет комком примерз к моей руке, прожигая кожу, зная меня до костей. Кто сам с дробовиком стоит? Ага. Опа. О, нет, это мы еще подберем. Посмертно бандита сделали. Кому-то не понравилось гостеприимство Дона, кому-то со страстью к драматизации, тому, кто вышел на волю из камеры и нашел пару вооруженных до зубов охранников. Мои мысли снова сомкнулись на Моне. Я мог надеяться, что она хороший игрок, и, сорвав большой куш, выходит из игры. Слоником. Охренеть! А чё ж вы раньше-то не взрывались? Посмертно. Бандиты. Это мы видели. Посланником. Вот какие-то объявления висят. Охренеть, он меня подбил. Вот так. Опа. Экс. Максимум в берете. Хорошо. Берет-то, значит. Охренеть. Вот так. Против одного того ублюдка я уж. О, таблетки. Все понятно. Ну, неплохо, кстати, неплохо. Кто-нибудь, он сбежит наверх. Нет, нет, слишком поздно. Бенни и Джо Пилот не получат медаль за него. Давай, где там с пулеметом еще, с автоматами? Экс. Охренеть, он перебежал уже. На, кусок говна. Такс. Здесь что, где-то береты были, вот они. А, у меня максимум берете. Ладно. Там где-то таблетки были, надо не забыть, что они там есть. Экс. Пилот.
Мне не пришлось долго искать трио. Лиза Панчинелло была в некотором роде ведьмой. На картах Таро, лежащих на кухонном столе, были нанесены рисунки. Это был не мой тип карт. Тем не менее, мне хотелось взять раздачу миссис Панчинелло. Первая карта была башней. Возможно, она обозначала поместье. Потом стало яснее. Дьявол обозначал хозяина дома, а смерть — это был я, идущий за ним. Неплохо. А чё, разгадал? Так. Ну? Охренеть. Да вроде удачно попал. Но там ни хрена себе. На. В голову. Один ушел, двое остались. Да как я их гранатами тут подбил? Ой-ой-ой-ой. Ну давай по-быстрому. Ага. Почему ты меня так? Есть. Подстрелил все-таки. Один ушел, двое остались. Возвращаемся, знаю, где таблетки есть. Где-то тут, подождите. Было. Но прошло. Вот они. Нет? Нет. Нет, не они. Вот они. Все взял. Охренеть. С вами только воевать нахрен в этом плане. Ай-яй-яй, все, бежим. Такс. Винные погреба, вам людей-то вообще не жалко, да? Такс. Так, для начала сюда зайдем.
Что мы тут видим? Ага, закрыто. Значит, по сюжету я должен вон в ту дыру идти. Ни хрена себе. Ну давай. Экс. Блин. Давай я выйду сюда, вот. Вот так. Оп. Эй, оп. Так, билеты взяли. Бабочки. Где-то я этих бабочек уже видел. Так, ладушки. Сказали бабушки. Так. Мне от автоматов вернуть надо. Изигни. Максимум патронов. Блин. На. Выкуси. Вот так. А ты думал, насрано. Еще и на пианино играть умею. Так. Вот так. Что-то там бахнуло. Что-то здорово бахнуло тут. О, как разнесло кабину. Так. Понятно, слишком много обезболивающего. Да я в упор не вижу. Где вы там находитесь? Своего, надеюсь. Оп. Оп. Возвращаемся, берем таблетки, которые мы не доели. Мы счастливы.
Не сюда, наверх, да? Где защищают, туда и идем? Или как? Охренеть, ладно. Давайте, выходите. Блин, а как мне вас тогда? Опять гранаты. У меня на вас так гранат не напасешь. Не получится гранаты. Ага, и вон они подошли. А если я не сюда, а если я сюда пойду? Понятно. А сюда? Блин, один вход! Охренеть. Блин. Нифига не так. Пыжом. Так. Убил, нет. Нет, не убил. А ты меня через стену можешь гасить, а я тебя не могу, что ли? Так. И так, 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 так. Да охренеть.
Нет, так дело не пойдет. Вот так. Думаю, пристрелил. Ни хрена не пристрелил. Неубиваемая сволочь. Да как вас? Пока не зайду, не застрелю, что ли? Охренеть. Так. И так ни хрена. И так ни хрена. Они меня через дверь гасят. Блин, ну почти получилось. На. Вот так. Ничего, таблетки поедим. Охренеть, они меня тут прессуют. Двое ушло, один остался. Так. Как тут быть? Так. Так, так, так. Ладно. Сейчас открою дверь, и меня там еще хренакать будет, нет? Я его возьму. Сюда это становится что угодно, в укрытие. Ой-ой-ой. Вот так вот. Пипец. Ага. Подождите тогда. Вот и все, и нет убила. Ну так-то ни хрена гранатомет-то. Правда, почему ты дома стрелял? В доме. Остановить все, что угодно. Кого угодно, да? Что-то меня не остановило. Так.
Так, все, поправляем, идем. Я знаю, где у меня от автомата. Ничего не знаю. Так, 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 так. Восполнили. Так. Здесь-то внизу нет? Нет. Мать идти его. Может, где-то еще хотя бы одна баночка таблеток тут. Пустынно морду. Ох, и тяжко же мне будет. Ох, и тяжко будет. Ванна. Во! Что и требовалось мне. Это демон. А, здесь все работает. Все прекрасно. Ой-ой-ой. А что-то она убитая. Так, так, так. Макс Пейн, говори, Альфред Вуден. У тебя гости, вооруженный вертолет приземляется в поместье. Поторопись. Чем дальше, тем лучше. Прекрасно. Для нее было все кончено. Ты настоящий ангел, Макс. Я не мог точно сказать, кто это был, Мона или ее сестра. Тело было неузнаваемо. К убийству явно приложили руку эти больные ублюдки. Глядя на ее лежащее тело, я невольно вспоминал о теле еще одной женщины, лежавшей на другой кровати. Я вспомнил об упавшей колыбели. Так. Угу. Значит, тебе конец, Пейн. Винс Муньяно. Так, а я внизу пробегал. Понятненько. Ты отсюда выбежал, да? Откуда-то. Ой. Ну-ка, давай-ка. Охренеть у вас там. Вот так. Я уверен, кого-то зацепило. Пришел конец. Вот так. Мне надо. Да блин, мне не это надо. Мне таблетки нужны. Дробовик. Ладно, что будем смотреть. Он за дверью. Быстрее, он идет за мной. Поторопись. Быстрее.
Я слышал, как Починелло просил по телефону о помощи, а надо было прощаться. Починелло был легкой жертвой. В момент, когда я вошел в комнату, он сжался, словно пара привидев флеш-рояля. Нет, подожди, я просто делал, что сказали. Я не мог отказаться. Она высоко стоит, может, даже в правительстве, я не знаю. Она? Он хотел досыпать песка в свои часы, но песка я ему не дал. Ой-ой-ой. Я им ничего не сказал. А я сумел. Такс. Понятненько, меня будут ждать на выходе, да? Так. Брось пушку, не шевелись. Охренеть! Кончено, Макс Пейн. Ты кто вообще? Даже не могу сказать, как меня разоружили. Мне показалось, что меня снова будут бить. Незнакомка оказалась настоящей акулой, сплошным несчастьем для меня. Стояла с дымящейся винтовкой в руке, а за спиной у нее была целая армия убийц. Вот и чудесно. Убью одним выстрелом двух зайцев. Мы должны были встретиться рано или поздно. Мистер Пейн, пришло время продемонстрировать мои преимущества. Будь хорошим мальчиком. Буду. Да, мне пришлось признать, что эта леди оказалась крепким орешком, а под рукой не было молотка. Часть 3, чуть ближе к небесам. Джентльмены, дело сделано, можем спокойно уходить. Снова передозировка. Зеленое пламя пожирало мой мозг. Они превратились в пар, стали тенями, пытались обрушиться на меня. У меня не было шансов противостоять им. Своим поступком ведьма словно приставила мне к виску пистолет и нажала на курок. Тени толкали меня в зеленом сумраке, появлялись лица, молившие о помощи. Они знали мои слабые места и собирались нанести удар. Пол превратился в водоворот зеленой крови. Плоть павших ангелов. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!